кстати, очень в тему сейчас. Вот все мои приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто с пивом, кто с вином, кто со аспирином. Им хочется немного вокрепленного столового, можно и ржа, чтоб вздрогнула душа и воспарила. И надо бы выйти к ним в платье простом, поехать на Клязьму, ухнуть под кустом. Но график, у меня есть график, а все, что не по графику, нафиг, нафиг. Вот девочки красивые, Петровны да Васильевны, в окно ко мне летят. И так меня хотят, что чуть не плачут. Они такие бодрые, такие крутобедрые, шуршат вокруг меня и жестами манят, и так и скачут. И надо бы сделать ответный маневр, десяток другой завалить на ковер. Но график, у меня есть график, а все, что не по графику, нафиг, нафиг. Нафиг, 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 нафиг. Мне кажется, жизнь идет за стеной, а я сквозь нее пробежать не могу. Останься со мной, ой, попробуй со мной хотя бы вот так, хотя бы на бегу, 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 бегу по графику с хронометром в руке. Так сел бы в уголке, да там и стал бы, чтоб ангелы господние, прикинутые модные, взглянули мне в глаза. А я бы им сказал так ради хохмы, что как бы готов бы раздать все долги и с чистой душою откинуть коньки. Но нафиг, идите нафиг. И, кстати, заберите свой график, нафиг. Ба-ба-ра-ба-ра-ба. Эй, нафиг, 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 нафиг